Руслан Трибушкін прийшов на посаду очільника міста не без зусиль. Активна передвиборча кампанія, досвід керівництва Мирноградом допомогли створити позитивний імідж. Проте до вступу на посаду йому довелося пройти через два тури виборів. Перемігши у Покровську, киянин мирноградського походження привів із собою до керівництва значну кількість друзів і знайомих з Мирнограда. Велика частина депутатського корпусу та частина ключових посад у виконавчій владі – люди із цього сусіднього міста. У Мирнограді залишилися теж свої. Так керує цим містом впродовж останніх 2 років Олександр Беркалов. Він довгі роки був правою рукою Руслана Трибушкіна у бізнесі, вірним помічником в політиці. При Олександрові Леонідовичу у Мирнограді роблять тротуари, проводять капітальний ремонт НВК, утеплюють будинки, озеленюють вулиці, ремонтують дороги, займаються водопровідно-каналізаційними мережами. Від вугільників, які переживають не найкращі часи, у разі потреби забирають в комунальну власність об'єкти соціальної сфери. Для безпеки молоді замуровують 1-поверх недобудованих багатоповерхівок. Глобальних проєктів за ці 2 роки реалізовано не було. Мабуть, тому жителі оцінюють роботу Олександра Беркалова так. Мене устраює все. Правда. Ви довольні роботою? Так, да, правда. Все устраює, в принципі, і остановки чисті, красиві, і клумби красиві зробили. Все нравится. Скажите, пожалуйста, Брикаловым довольны его работой? Нет, ни капли. Начал дорогу делать на шоссейной. Сейчас тротуары там, правда, делают. Мусор не вывозится оттуда. Ну и обращения были к нему по поводу, как инвалид, дрова, чтобы помог. Никаких. Покупайте за свои. Работа мне его недовольна. И голосовать я за него не буду. Ничего вообще не делает. Честно, нет. Почему? Мне Трибушкин больше нравился. А вот почему? Что обещал, почему? Что сделал, что не сделал? Мне лично ничего не обещал, но оно видно было по делам его. А тут как бы мало что видно. Существенных прям вообще, чтобы, ну, кардинально, чтобы улучшила жизнь людей? Нет. Что-то сделал из обещанного или нет? Я лично нет. Он нечестный, не твердый в своих убеждениях. Это все хорошо. А что именно хорошо? И улицы убираются. Только вот плоховато деревья не все срубывают, спиливают. Там возле домов столько сухоты. Потому что в городе порядок. Город порядок. Наводит. Я считаю, это... А какие-то претензии к его работе есть? Нет. У меня нет. Ну, за 2 года... Ну что, там я с Даманского. Там неплохо построено. Асфальтированные дорожки есть, это так, что там, построили магазинчики такие вот. 50/50. С Трибушкиным было лучше. Брыкалов, ну, в принципе, все выполняет, что просят, и бабушкам дрова привозит. Вот у нас соседки привез дрова, она такая довольна, говорит, до весны хватит. Брыкалова я недоволен, как он работает. Во-первых, когда ушел бывший мэр, тут начались какие-то непонятки. Ничего не, ну, делается, конечно, много делается. Но, по крайней мере, то, что было при прежнем мэре, он не дотягивает и на 50%. А что бы хотели? Чтобы был другой мэр. Ну, мне все нравится в нашем городе. Он оживляется, красиво все. Ну, вы замечали его работу? Что сделано за последнее время? Ну, в городе ж порядочек. Порядочек, чистенько. Я думаю, значит, работают. Если мы раньше, извините за выражение, в дерьме тонули, я думаю, все нормально. Довольны работой Брикалова? Что-то изменилось в городе? Лучше, хуже? Брикалов, скажите, что мы недовольны тем, что не посыпают тротуары сейчас. Вот передайте. Везде гололед, люди выходят, травмируются, попадают в травматологию. Дорого будет. Вот так, вот это в первую очередь, чтобы посыпали тротуары. Возле домов старенькие люди спотыкаются. Понимаете? Это может привести к трагическим последствиям. Так что надо на это обратить внимание. Я вам скажу, я у 29-м доме на Светлом живу. 2 раза он приезжал к нам. Показывали, да, теплотрасса, да, да. Здоровье яма людей. Накрыта, да. Вымыло, и вода вся сейчас туда прямо бежит. А оттуда бежит по подвалам. К нему обращались 2 раза. Обращайтесь к Жибревскому. Так зачем нам тогда такой мэр тут нужен? Не сравнить, конечно, с Трибушкиным, но получше других, что были.
На захист Олександра Леонідовича можна сказати, що бюджет Мирнограда далеко не найкращий. Натомість Русланові Трибушкіну та його команді пощастило більше. Багатий покровський бюджет мер за час свого керівництва витратив на теплу модернізацію шкіл та дитячих садків. Щоправда, такі роботи проводять під час навчального процесу, часто не доводячи до завершення. При цьому міський голова ініціює поступовий перехід на опалення цих об'єктів міні-котельними. Так само, як і у Мирнограді, під час правління Руслана Трибушкіна у Покровській активно обрізають та спілюють зелені насадження. Та разом з тим, поза увагою дроворубів, залишається чимало явно аварійних дерев. Міський голова обіцяв і втілює у життя ремонти доріг, які зараз дійсно у проїжджому стані. Такими вони були і минулої зими, поки не зійшов сніг, і виявилося, що всі вулиці – суцільні ями. Активно місто за ці два роки освітлювали. Зокрема, у парках встановили красиві декоративні ліхтарі, щоправда, з дротами, що стирчать ззовні. На деяких перехрестях є світлофори, подекуди звукові. Мабуть, виключно з технічних потреб. Всередині у них встановлені якісь ганчірки. І так у діючого мера у всьому. Але мирноградська любов до Руслана Трибушкіна поширилася і на Покровськ. Городяни переконані, що людина знаходиться на своєму місці. Сегодня два года, как Руслан Трибушкин мэр. Оцените, как он отработал это время? Очень хорошо. Город доволен, и люди тоже. Поселок наш тоже был всю жизнь заброшенным. А, ну скажите, вот пример приведите того, что сделано. Все сделано, дороги сделаны, деревья опилили, не стали падать на голову, это раз. А во-вторых, чистота появилась, понимаете? Мы почувствовали, что мы живем в цивилизованном городе. Да, делает, и я надеюсь, будет еще больше делать. Пример приведите. Ну, опиловка идет, потом что еще, дороги делаются, ну все. Не знаю, мне он нравится, золотой человек. Ну, мы оценим как бы хорошо, много света в парке, много, ну, как бы все нормально, детские площадки, все хорошо. Сделал все, что обещал? Ну, как бы да. В большей степени. Ну, приведите примеры. Ну, вот как обещал, вот этим... Биотуалеты стоят, тут, я знаю, обещал, деревья попиливали, детские площадки обещанные поставил. Это да, это видно, что он сделал. Не знаю, что он обещал, но вижу все хорошее в городе. Все. Все хорошее. Сегодня два года, как Руслан Трибушкин при должности. Скажите, что это за мэр? Что он сделал хорошего? Лучше всех. Таких мэров у нас еще не было. Мы очень довольны все. Из того, что обещал, все сделал? Да, да. Что сделал, что старается еще сделать. Молодец. Оцените его работу. Я считаю, отлично. Примеры того, что он сделал? Как дороги. Да и все, уборка, улицы убирают, все хорошо. Я рада, что он у нас мэр, делается очень много хорошего. Преобразился наш город, стали лучше улицы. Большое внимание уделяет людям. Так что дай Бог ему здоровья и процветания. Из того, что обещал, может быть, что-то не сделал? Есть такие примеры? Сразу сделать невозможно все. Нужно постепенно, но главное уверенно. Отлично, мы можем только оценить. Больше что можно сказать? И как мэр он хороший, и мы его очень уважаем. И если будут выборы, мы его опять будем выбирать. Отлично. Есть ли примеры того, что он обещал, но не выполнил? Не помню. По-моему, нет. Старается. Ну, хороший мэр. Вообще он как... Все делает для людей. Отлично. Вы бы за него проголосовали, если бы сейчас были выборы? 100%. А какие-то примеры того, что обещал своей предвыборной кампании, но еще не сделал? Значит, сделает. Здравствуйте. Сегодня два года, как Руслан Трибушкин мэр. Оцените его работу. Нормально для меня. Есть ли примеры того, что обещал в предвыборной кампании, но не сделал? Да я полностью не помню, что он это уже. Плохо вот, что не посыпают тротуары. Вот вчера какая гололед был. Листья убирать убирают, а посыпать не посыпают. Дети идут со школы и падают. Вы бы проголосовали за него, если бы были выборы? Проголосовал бы. До честі двох діючих керівників Покровська і Мирнограда варто відзначити, що вони досить відкриті. Преса може бути присутньою на засіданнях, нарадах, сесіях. Навіть якщо керівниками неприємні питання, вони на них відповідають. І зараз, прослуживши на благо своїх міст два роки, віриться, що Руслан Трибушкін та Олександр Брикалов не стануть гіршими, ніж є. А можливо, навіть і стануть кращими, адже у них є ще час почути думки городян.